Доброго времени суток, дорогие мои друзья, подписчики в социальных сетях. И вы вместе со мной видите первый в этом новом, Бог даст, счастливом 2019-м первый снег Филадельфии. Символично, что сегодня, в канун Старого Нового Года, кто встречает, всем счастливой встречи, вот как этой белочке, которая пришла к кормушкам, пришла там, где есть корм, там, где позаботился наш первенец Юра. Убежала, что-то ее спугнуло. Добро пожаловать! Вас как раз и не хватало в прежнем кадре. Ну, здесь все для вас. Приятного аппетита, гости дорогие. Холодно вам, но, слава Богу, вот здесь, в этом месте, не голодно. И это, пожалуй, главное. Пожелал им приятного аппетита, но чувствуется, что отсутствием такового они не страдают. Эти быстро клюют, улетают, снова прилетают. Природа. И слава Богу. И от всей души каждому из вас здоровья, благополучия, счастья, свершение всех чаяний и надежд в новом году. Будьте все здоровы, благополучны и оставайтесь оптимистами. Жизнь, слава Богу, продолжается. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Сегодня 13 января 2019 года.